На территории Акмолинской области порядка 50 обменных пунктов. По информации областного филиала Нацбанка, во всех достаточно национальной и иностранной валюты. Эпидситуация с коронавирусом стабильная. Лекарств и медицинских масок запасено в максимальном количестве. Ответственные областное управление здравоохранения и СК «Фармация». Они отвечают за наличие и снабжение населенных пунктов медикаментами. В Южной Корее у нас 26 человек, 1Б категории – это Италия – 10 человек, по второй категории – 16 человек и по третьей категории – 192 человека. На сегодня в АУПТД 4 человека лежит. Хорошо, занимайтесь, отрабатывайте. Управлению предпринимательства и промышленности СПК «Исиль» поручен процесс обеспечения 19 позиций социально значимых продовольственных товаров по сниженной цене. В целом ситуация стабильная по доллару, по всем остальным моментам. Тоже держим на контроле вопрос. Поручаю заместителю Акимову Статкиеву Старшу разработать областной антикризисный план. Несколько вариантов у нас должно быть с распределением ответственных лиц, сроками реализации каждого мероприятия. Это очень важно. Этот план мероприятий в сегодняшний день надо будет создать. Говорили и о работе правоохранительных органов. В частности, обсуждалась ситуация наезда поезда на 37 лошадей. Глава региона отметила необходимость проведения активной информационной работы среди населения. Скот не должен выходить на автомобильные трассы и железнодорожные пути. Цены, занятость и рабочие места – эти три главных момента, которые требуют постоянного контроля, подчеркнул Ермек Маржакпаев. Саня Кужасарова, Ермек Махметов, Шохан Тау, Киев, Кокши Акпарат.